Итак, здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня я вам буду показывать, рассказывать. Наконец-таки обновила небольшой наш скриптик на Kaggle. Добавил туда новый метод RMVPE, вроде бы называется он. Будем с вами сейчас смотреть, как это все выглядит. Покажу вам все, расскажу. Так что идем смотреть, как у нас выглядит новый блокнот, как с ним работать и так далее. Поехали. Показываю вам экран. Итак, смотрим, что здесь у нас нового. Ссылочка, как всегда, в комментариях, либо в описании. Скорее всего, будет в описании. Ссылочку оставим. Заходим по ссылочке. Появляется у вас такая страничка. Нажимаем три точки, допустим, Copy and Edit Notebook. Нажимаем сюда. Открывается у нас новый наш измененный ноутбук. И здесь первым делом, что мы в самом начале делаем? Ноутбук Options. Открываем. Акселератор. GPU T4X2. Включаем. Здесь ставим переменные файлы. Все. Больше ноутбук и Options нам с вами не надо. Сворачиваем. Теперь загружаем, как обычно, наш датасет. Что такое датасет? Давайте я вам покажу. А то многие у меня спрашивают, что такое датасет. Датасет — это вот файлы голоса. Например. Часами смотрим друг на друга, словно люди из другого измерения. Ночами долгими дикая страсть плевала на ограничения. Законы физики. То есть это чисто голос. Один голос. Больше нам с вами ничего не надо. Музыки в этом голосе не надо, ничего не надо. Если у вас хреново получается модель ваша, это значит, у вас хреновый датасет. Датасет фигня, надо обрабатывать. Как обрабатывать? Я показывал, вон там вот сейчас вот наверху, в уголочке, вот здесь вот показываю вам мышкой, появится у вас такая плашечка, где будет написано вот там, как обрабатывать голос там. Я снимал отдельный урок, вам все показал. Здесь чисто голос. Один. Итак, что мы делаем? Нажимаем стрелочку сюда, пишем название, как у нас будет называться эта модель. Я просто так вот потыкал на одном месте. Вы можете также потыкать, в принципе. Потом мы с вами просто берем эти файлы, вот 6 файлов, и перетаскиваем сюда. Все, они начали загружаться у нас. У меня файлы здесь эти уже загружены, поэтому у меня сейчас ошибка, вот здесь написано, что это дубликат. У вас не будет ничего такого, вы просто нажимаете download или что-то типа такого, и у вас они загрузятся. Я загружаю их повторно, я сказал, ну да, я хочу загрузить повторно. Все, такая рамочка у вас выскочит, все, успешно, закрываем, закрываем. Вот наш с вами датасет появился. Вот наши все 6 файлов, копируем их. Здесь вставляем, где модул написано. Видите, модул. Ну, сюда вставляем их. Все. В принципе, здесь нам больше ничего трогать не надо. Что еще хочу сказать? Здесь true у вас должна быть стоять, потому что мы сейчас делаем обучение. Видите, true написано. А здесь это для загрузки модели. Урок тоже был, как загружать модель уже на Kaggle. Готовую, если у вас есть она. Так что смотрим урок, здесь можете менять, если посмотрите этот урок уже на true, если хотите. Все, можем запускать, в принципе, отсюда, run all нажать и все. А можем просто save version здесь нажать. Здесь advanced setting, save output, ставим сохранять весь output. И нажимаем все, кнопочку сохранить. Все, сохранилось у нас. Сейчас покажу, вот прошла загрузочка. Нажимаем сюда. У нас открывается ссылочка, и мы теперь ждем. Так, ждем. Сколько ждать? Сколько ждать? 560 секунд, то есть 9 минут. Загрузка у нас занимает 9 минут. Ждем, когда здесь у нас будет написано 550, 560 секунд, и все, стартуем сюда. Хочу сказать то, что сейчас работаю над тем, чтобы побыстрее наш Kaggle грузился. Просто в отличие, например, от Collab, который грузится за 2-3 минуты, наш Kaggle грузится 9 минут, 9-10 минут. Это очень долго, я считаю. Сейчас работаю над тем, чтобы побыстрее все-таки как-нибудь наш Kaggle включать. А то слишком долго, да, ребят? Поэтому будем включать все максимально быстро теперь. Работаю, не знаю когда, скоро все будет.
Ошибочки тут у нас появились, значит, все идет правильно. Все, ждем, когда здесь будет написано 540 секунд, я к вам подключусь. Пока ожидаем. Итак, прошло у нас вот наши 540 секунд. Сейчас, скорее всего, там уже есть внизу ссылка. Да, ссылка есть. Вот она написана. Running on public URL. Копируем ее и вставляем сюда. Если у вас не открывается ссылка, ребят, включаем VPN. Потому что иногда некоторые провайдеры блокируют. Не знаю почему. Просто берут и блокируют этот сайт. Включаем VPN, это поможет. Так, что у нас здесь? Тренировка, заходим, как обычно. Здесь пишем название нашей модели, допустим, так вот. Здесь я убрал вот эти 48 тысяч, здесь было написано. Аж многие нажимали и получили голос роботизированный. Я, чтобы от греха подальше, убрал вот эти 48. Все, 40 у нас теперь. Версия 2 всегда. Эту галочку здесь написано, вот, если пение обязательно true, а если у вас речь, то можем false даже поставить. Это вот наведение по тональности у модели. Здесь все написано. Так, нажимаем переработать данные. Все. Здесь ждем. Можем смотреть за процессом, где в логах. В логах вот здесь будет писаться, как наши файлики прогружаются, загружаются. В логе вот написано 1, 2, 3, 4, 5, 6 сейчас здесь будет. Вот здесь то же самое дублируется. 4, 5, 6, все. Рамочка потухла, можем переходить дальше, получается. И вот наши новые модельки. RMVPE и RMVPE-GPU. Чем они отличаются? Обычный, это значит, мы будем делать с вами на процессоре. Очень долго, не советую. Ставим RMVPE-GPU. Здесь, в принципе, написано, но если вам ничего менять не надо, здесь вот написано что-то, что это написано такое. 0101. Что мы будем использовать процессы на видеокарты какие. Все, нажимаем вытаскивание черт. Это очень быстрый метод, потому что мы используем видеокарты. Это быстрее, чем RDS, мне кажется, даже и все остальное. А тем более быстрее, чем Mango. Он очень быстро начинает делить наши файлы, то есть моментально. Можем посмотреть за этим в логах. Вот написано, видите, loading RMVPE model. Почему 4 штуки? Потому что у нас как бы 2 потока процессора и 2 видеокарты, 2 на 2, 4, поэтому 4 раза здесь написалось у нас. И сейчас ждем, здесь у нас будет он делить. Вот здесь уже он начал делить, как мы видим. 0.12, 0.10, 1, то есть он уже нулевую нашу модель сделал. Сейчас уже сделал он первую нашу модель. Третий приступил, то есть он очень быстро это делает. Благодаря видеокарте. Потому что все остальные модели мы делим на процессор. Поэтому советую. Так, ждем. Ждем, когда у нас рамочка это потухнет. Итак, рамочка у нас потухла, можем переходить дальше. То есть вот наши файлики, он разрезал все отлично. Частота сохранения 5, нормально, оставляем 5, меньше не рекомендую ставить, в принципе 5 нормально, можете больше ставить, 5 нормально, даже если вы будете анализировать потом модели из 5, там, если у вас каждые 5 будут сохраняться, то есть вы вытащите то, что вам надо, плюс-минус на самом деле. Количество эпох общее 300 поставил по умолчанию, потому что 3 сотни должно хватить каждому примерно. Иногда бывают случаи, когда можно там до 500, до 600 делать спокойно. То есть чаще всего это около 300. Так что все. Пачка видеокарты 7 оставляем по умолчанию. Галочки эти тоже оставляем по умолчанию. Вот эту галочку можем перетыкнуть на да. В каких случаях, когда у нас датасет наш меньше 10 минут? То есть у меня датасет сейчас 13 минут, поэтому я ничего не буду делать здесь, в принципе. Дальше нажимаем тренировать индекс верт. То есть наш индексный файл мы сейчас будем тренировать. Вот началась тренировочка нашего индексного файла. То есть проходит она быстро, буквально секунд 15-20. То есть это занимает, вот он эдинг, добавлен, все, индексный файл наш формирован и уже сохранен куда надо. Сейчас я вам все буду показывать, где это вытаскивать.
Так, тренировать модель потом. Нажимаем просто. One click нам не нужен. Тренировка одним нажать. Не надо, ребят. Не надо. Все. То есть нажимаем тренировать индекс черт и тренировать модель. В один клик нам не надо. Все, пошел процессинг. Где за этим можем следить? Правильно, мы можем за этим всем следить. В логах. Вот наши логи. Вот, написано опять вот successful. То есть у нас 4... то есть 2 видеокарты, 2 потока, поэтому 4 раза написана вот эта надпись. Все правильно мы делаем. Ждем. Я поставил очень много здесь, 300. 3 сотни. Поэтому я сейчас вам покажу просто для примера, как оно идет. Один, примерно одна эпоха, вот моей его датасет 13 минут, длится примерно 20 секунд. 20-22 секунды в этом диапазоне где-то. Сейчас я вам покажу. Так, еще пока не началось, но хотя вот написано, первая эпоха уже формирована как бы. Сейчас первая эпоха, она дольше всех обрабатывается, там секунд 50, где-то 60, это нормально. Так, ждем. Вот эти, кстати, значения, вот эти значения. Эти значения, что мы видели с вами в графиках. Вот они здесь все написаны. Loss GL, Loss ML, Loss FM, Loss GEN. То есть loss dis, то есть это все мы видели с вами на графиках. То есть их можно отслеживать на самом деле даже не через TensorBoard, а вот через здесь, в принципе. Но это сложнее, поэтому лучше через TensorBoard все-таки отслеживать это все. Там нагляднее, в форме графика это все показано. Он здесь отслеживает. Как я сказал, вот первая эпоха 53 секунды, вторая 22 уже секунды. Третья сейчас тоже будет у нас там... 20 секунд, в районе 20 секунд у нас каждая эпоха будет обрабатываться. Вот, 21 секунду. Итак, когда у вас все эпохи пройдут, не хочу сейчас ждать на самом деле. Все эпохи, когда у вас пройдут, у вас здесь будет в конце написано, то успешно, successful, и то есть эпохи не будут идти, то есть логично. Мы нажимаем, то есть здесь стрелочка у вас. Если у вас этой строки нет, здесь надо принять файлы куки. То есть нажимаем принять куки, у вас она пропадет, эта полоска. Нажимаем сюда... три точки и стоп сессион. Все, мы сессию с вами остановили. Сейчас я вам расскажу теперь. У нас сейчас появится файл output. То есть у меня, то есть вейтингса не будет, естественно, потому что у меня там ничего нет, я даже не сохранились. Мы только 4 эпохи сделали. В принципе-то. Обновляем страничку. Вот logs, видите, все, галочка стоит. Переходим в output. В output у нас появились вот наши папочки. Нажимаем, то есть load more, как обычно. И здесь у нас, смотрите, с вами есть logs. Logs. Нажимаем, когда мы на него. Нажимаем сюда. У вас может этого файла не быть, edit. Как многие говорят, edit у меня нет, что делать? Да подождите вы немножко, подождите 2-3 минуты, и у нас появится. Просто нажимаем обновить дальше, и у вас он появится, этот файл. То есть с этим все просто. То есть, ну, вытаскиваем, как обычно, из логов файл вот этот наш. Вот этот, индексный файл, то есть скачиваем его себе. И из weddings здесь папки этой нету, потому что... Как бы нету. Почему нету? Потому что я как не дождался. У меня даже одна эпоха какая-то сохранится. Такой есть файл, но здесь, видите, ничего нету. В принципе-то. Так что, все. Я надеюсь, я вам все подробно рассказал, показал, как с этим работать. Так что. Подписываемся на телеграмчик. На телеграмчике я сделаю сравнение в ближайшее время. То есть, не хочу снимать новое видео про TensorBoard. Просто еще обучу вот на RMVPE, вот этой модели. Наш тот же файл самый на 600 эпохах. В Telegram выложу скрин, как он вообще ведет себя на графике. Может, он ниже у нас харвеста нашего и намного круче этот метод. Зря мы его так все недооцениваем. Так что, ребят, всем спасибо, кто смотрел. Подписываемся, как всегда, на канал. Ставим лайки. Пишем комментарии. На все отвечаю. Вы видите, наверное. У нас уже с вами, кстати, 700 подписчиков, кстати. И уже, можно сказать, скоро юбилей. Так что всем спасибо огромное за подписку. Всех обнял, приподнял, покружил, поставил на место. Новое видео, кино-видео, скорее всего, выложу видосик, как на компе, RV,
RM VPE этот поставить на компьютер наш. Потом, возможно, хочу обновить полностью, полный гайд у нас был на Kaggle с вами. Давно уже, месяц назад, наверное, я его залил. Хочу перезалить, то есть полное, доскональное обучение. Как, что делать? Потому что многие спрашивают, что как там, неполный у тебя гайд, мол. Так, естественно, если вы базу не посмотрели, база — это первый урок, ребят. База — это первый урок, как на компьютере локально это мы все делаем. Потому что я там показываю на компьютере своем, и как мы делили файлы, и как мы там с вами загружали файлы, как обрабатывали их потом. Там я все досконально показал. Это база. Первое мое самое видео на канале, в плейлисте гайдов. Это база. Ее надо знать, то есть посмотреть обязательно, прежде чем переходить сюда. Здесь тот же самый интерфейс, делать то же самое все. В принципе, то есть без проблем можно все сделать. Так что, ребят, всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Ждите новое видео. Пока-пока.